монастырь. Только не знаю какой. Лёха, привет. Так, зайдем, посмотрим дальше. Да нет, подожди, я тут поснимать хочу. Ну, мы же зашли в якусе там. Я не знаю. Типа комната стоит 10 злотых? Не, мы наверх туда поднимаемся. Интересно. В Брониславе. Так, ладно. Пойдем на горку подниматься. Чуваки, постойте. Не помню, как он называется. Саня. Прикольненько. Лёха. Там какие-то летники. Там можно посидеть. Да, ну все, тогда там можно. У нас свое еще есть. Сверху вид посмотреть. Что, нормально? Вот это находимся сегодня. Там дальше монастырь тут. Я не за этот вообще говорил. Не за эту горку. Купец. Где тут? Купец Косуский, блин. Купец Косуский. Ё-моё. Типа самая точка высокая. Ну да. Переглянем. Краков. Эхо. О, да, вон. Музей. Хе-хе. Я вижу, вижу. Пушка. Да. Закажем что-то перекусить. Сейчас выпадет 5-го. Да. Вот так и деньги выпадают. Ничего себе. Внутри. А, вот это Саня за то поле говорил. О, вид какой. Нет, оно сейчас спокойно идет. Конечно. Ну поле я вижу. Да. Угла вот того поля я его смотрел. А, ну так вон те трубы, там Краков-арена. Где там? Ну да. Вон, не. Вон труба. А вон Нового Хута получается. А эти трубы Краков-арена. Вон Краков-арена. Ну монастырь там, он слева. Сейчас его видно будет. Какая крепость, блин.
дороге с облаками. Где же ты? Ukrainian туристо. Облику морали. О! Еще в этот посмотреть можно. Вон он вот там. Я понял, но это вообще, я не знаю, что это такое. Ну, монастырь. Так это за городом, ты понимаешь? Ну, так вот это, вон как раз. Это за городом, там уже города нет. Вот видишь, там этот. Вот тут, что я тебе говорил. Ну, бассейн, комплекс плавательный. Фига себе. Вот оттуда я его видел. Ну да. Конечно, я туда вот, я же говорю, вот тут монастырь. И горка вон, смотри. Какая? Туда надо сходить, вон, смотри, видишь там. Ну там махонькое что-то такое. Что там махонькое? Там заповедник тоже какой-то. Ну тут надо разобраться, как туда добраться просто. Ну, так я же говорю, я по маршруту 20-ки еще приехал. Далековато, конечно.